по всем храмам сегодня и сказать. Эти слова для кого написаны? Если мы православные, значит, мы должны в руках держать Священное Писание, читать то, что занаряжено. Конкретно мы, что попало, не читаем из другой книги, а только из Библии здесь. Притом точно определенное место. Прочитали и как будто не касается. Ну так правильно делали апостолы или нет? Да и не они делали, люди это не могли зайти. Ни один. Да понимали, что тут что-то не то. Никто не смел, не написано, не запрещали. Вот мы-то даже не запрещаем, у нас открыто и никто не подходит. И корреспонденты сразу отметили, подъезжаем, где молятся, никаких нищих нету, на улице машин нет, никто не толпится. И мы не стоим, никого не отталкиваем от дверей, просто нет, вот это совершенно нормальная обстановка. Так сумели, рядом соседи никто не лезет. Ну, было там один, подошел, спросил, бабушку привез, может к вам привезти? Да нельзя, сначала познакомиться надо. Вот этот стих, пусть они выполнят. Вот это нас будет объединять. Объединение должно быть по Слову Божию, во Христе. Еще что находим мы? Полагали на постелях больных, чтобы тень проходящего Петра хотя бы коснулась их. И вот их арестовали. Ангел Господень ночью вывел их из темницы. И что? Дал наказ. Я вывожу вас с определенной целью. С чем вы должны теперь заниматься? И сказал, идите и, ставши в храме, говорите народу все слова всей жизни. Все сии слова. Если Господь нам дает свободу, то для определенной цели, чтобы мы говорили слова жизни. Какие слова жизни? О том, что весь мир умер. Весь мир — это огромное кладбище. Кладбище под землей и кладбище на земле. Господь говорит, вы как гробы окрашенные, людей называет. Сын мой был мертв, я жил. Вот кинотеатры работают, депутаты — это все мертвецы. Ходят мертвецы украшенные. А что, живых нет разве? Живые есть, возрожденные во Христе. И вот слова жизни надо до людей донести. И ангел получил, он не просто ангел слово, а он вестник, переводится, с неба посланный. Ангел получил определенную программу действия. Открыть темницу и дать наказ. Больше мы ничего не считаем. Вот он открыл темницу. Я согласен с этим. А со второй-то частью тоже надо соглашаться. Если мы не хотим быть в тюрьме, а это трудно, там может смертная казнь быть, значит, нужно с радостью принять и вторую. Идите и говорите людям, и не где-то оставшись в храме. Это не больших собраний. И не в самом там, где храме, а во дворе. Идите к храмам и свидетельствуйте, если желаем продлить нашу свободу. Я такой вывод отсюда делаю. И они что? Выслушавши, что интересно, не упали, не удивляются, как будто все так естественно. А вот тут-то удивление раньше было, ангела сияло, да тут это место сейчас, храм поставить, осветить, это не ангел, а икона явления, да была ли она еще там с просонок, кто-то видел, не видел. И уже на этом месте храм, монастырь заложить надо, Сретенский. А здесь ничего нету. Да слушай, ангел пошел, отдал честь, вот козырялу пошел. Куда? На проповедь. Как все просто и понятно. Вот если бы так-то мы рассуждали, как есть, ну не надо ничего выдумывать. Что ангел стоит, охраняет фундамент разрушенного храма, как пишут сегодня в ответах книга. Почему? А там жертва бескровная, да ничего нет уже. Нельзя вторгаться в служение ангелов, не видя то, что глаз, ты говоришь, твой не видел, надмеваясь плотским своим умом. Человек верующий, просвещенный Духом Божьим, он никогда не будет придумывать, что ангелы делают. Ангелы темницу отворяют, я это абсолютно точно могу доказать. И знаю, что ангелы говорят слова полностью соответственные тому, что говорил Господь. Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Ангел говорит, идите, ставший, говорите. Вот это я узнал. Сатана не будет говорить. Как узнать сатану? А вот так. Слова должны сойтись со Священным Писанием. И если сегодня кто-то будет запрещать говорить, это от сатаны. Вот моя родная сестра сообщила, они там решили
церковь открыли у них в селе, в Киргизии. Ну и чтобы женщины-то хоть в брюках не заходили. Взяли, написали: «Женщины, не заходите в брюках». И написали в Второзаконие 22.5, что это мерзость перед Богом. Священник увидел: «Вы что делаете? Ну, в брюках это хорошо бы, а это мы же не баптисты, уберите сейчас». Она старалась. Под стекло все это немедленно убрали, все убрали. Потому что Библия — это самая враждебная книга в православии, поверьте мне. Но православным ничего нельзя сделать, потому что они ее выпустили, они из рук выпустили. Надо было, если уж до конца быть, совершенно истреблять, гонять, уничтожать, ловить, и выкупать и уничтожать. Как за сионскими протоколами евреи гонялись. Вот тогда, может, был успех, а так успеха не будет. Притом, большая беда, что Библию выпустили, не разъяснили, сектанты взяли, начали толковать в другую сторону. Вот в чем беда. Из посторонних надо сделать так, чтобы и к Библии никто не приступал. Не только к храму, не только к детям Божьим. И учили. Я думаю так, что те люди, которые сегодня на проповедь не идут, и священники их не посылают, не выполняет роль ангела, а епископ называется ангел церкви. Отсюда другой вывод, что они из темницы не вышли. Они сидят в темнице. И отсюда вывод, что им ангел не явился. Ну прямо, раз на проповедь не идут, я от обратного начинаю с конца исходить-то. Если вывел, даст Господь, у нас сегодня пойдут на проповедь. Другие не могут пойти, участвовать там, чтобы что-то напечатать пригласительным. Ну, все-таки кто-то у нас, хоть несколько человек из темницы вышли. И вот мы читаем у пророка Исаии 2 глава, 3 стих. Я всегда думаю, когда Господь говорил через ангелов, апостолов, почему они не удивлялись? Начинаешь исследовать, для них, для евреев это не было новинкой. Пророкам Бог это же самое, оказывается, говорил. Они изучали пророческие слова, слышали в храме, и они это слышали, естественно, это так все было, все нормально. Если человек, который в Византии был, сидел там где-то в монастыре, никому не говорил, он сегодня явится: «О, я как домой попал, точно такой же». И вот почему они хотят сейчас соединиться? Потому что мертвые, мертвец к мертвецу тянется, объединение-то. Вы молчите, мы молчим. У вас монастыри спрятались от мира, и у нас. У них все одинаково, дым одинаковый, все одинаково. Не чистые свечи, не чисто восковые. Ну и пускай. Если мы стали говорить слова жизни, мы должны их притворять, чтобы люди увидели, действительно, разница большая. К нам из посторонних никто не пристал. Сегодняшнее чтение. Скажут: здесь 163 прихода в Алтайском крае. Где выполнен? Мы скажем: нигде, только у нас. А вы себя хвалите. Достойны хвалы. Действия, которые сходятся со словами Господа. Мы получили похвалу от Господа, что дела наши сошлись со Священным Писанием. И апостол Павел говорит обо всем, что он делал, как его гнали, били. Позволено хвалящийся хвалить Господом. А вот откровениями, видениями, боюсь, говорит, сказать, чтобы не подумали больше. А они, наоборот, только хвалятся: видение, чудотворство, то есть все. Наоборот. Вот это мы не хвалимся, у нас никаких видений нет, голосов не слышим, колокола нам по ушам не бьют. А мы только Священное Писание смотрим и благодарим Бога, что у нас что-то начинает исправляться. И вот Исаия 2.3 говорит так: «И пойдут многие народы», куда? Детям Божьим, «и скажут: придите к Богу и научитесь законам Его». Мы призываем только к Богу, не к себе. Я опять услышал, кто-то зовет: к нам приходите. Я умоляю вас, никогда к нам не зовите. Мы далеко не такие христиане, как должны быть. Может быть, только карикатура и слабое отражение, какими должны быть. Звать ко Христу. Один раз можем позволить прийти к нам, чтобы человек мог сделать сравнение. Больше не надо. А человек побыл и ушел, и не приходит. Все. Там ничего еще не созрело. Пусть зреет. И об этом же говорит пророк Михей, что истина и слово Господне выйдет из Иерусалима. Иерусалим – это мир, шалом, Иерушалом, и Ира – священный. Священный мир, и оттуда, из священного мира, выходит Слово Божие в переводе. Это означает, что мы получили мир, примиренный с Богом через жертву Сына Его. Мы примирились с Отцом Небесным, что за наши грехи умер Христос. В это должны мы верить, все время повторять, славить Бога. И отсюда тогда выйдет Слово Божие. Вот как надо понимать. Пока душа не примирилась с Богом, она
не погрузилась благодать Духа Святого. Стяжание Духа Святого, все повторяют слова Серафима. А в чем они выражаются, слова эти, и никто не знает? Да в том, что вы пойдете на проповедь. Больше ни в чем. Нигде не написано, что если тебя благодать сошла, ты 40 дней не пить, не есть будешь. Или сам себя скопишь. Нет. Но облечетесь силою и будете мне свидетелями до края земли. Прямое повеление воскресшего Господа. Читаем Евангелие Матфея 28:13-19. Господь говорит, идите и научите все народы. Кажется, все понятно. А ведь на самом деле, это апостолы ко всем народам не могли попасть. До Чукотки они не дошли, в Южной Африке они не были. А слова-то сказаны, как? Они оставили последователей, но епископы не дошли. А сегодня сектанты везде проникают. Так называемые свидетели Иеговы издают свои вот эти книжечки на 181 языке мира. Миллионы их везде, по всем островам Океании. До самых северных народов везде проникли. Ох, на суде Божьем нам будет очень тяжело стоять. Когда если еретики море и сушу обходят, чтобы приобрести и сделать сыном гиены, то с нас-то какой будет спрос? Господь скажет, я вам все дал, подкладывал ласковую пищу, все святые отцы потрудились толкованием, и мы не пошли. Так это сказано апостолам, это сказано всем. Всем, и старым, и малым, мужчинам, и женщинам. Деяния 16:40, когда апостолов били, написано после темницы, они же, выйдя из темницы, много получали. Темница на них не действовала. Когда выпускают из тюрьмы, то дают наказ. Одно маленькое движение, и ты будешь сидеть. Ко мне приехал полковник из КГБ. В тюрьме я был. А я написал в письменном виде, отказываюсь выходить из тюрьмы. Я здесь нужен. А он говорит, вы выходите, там будете свидетельствовать. Вы там нужны, а здесь мразь, кому вы будете говорить? Вот так человек был расположен. Вот на последнее занятие его жена приходила к нам. Я и не знал, что это именно она, потом поговорили. А там вы будете говорить Слово Божие, а златоуста своего хоть мешками распространяйте. Вот как Господь делает. Да приехал еще на КГБской машине, да посадил меня в нее, да привез домой, а я молюсь. Помолился, он матери говорит мне, я матери вашей обещал вас привезти из тюрьмы, я привез. Вот что Господь делает. Я нахожу слова у пророка Исаии, если пути человека угодны Господу, то он и врагов его примиряет с ним. Мы постоянно разговариваем по телефону, по сегодняшний день. Он купил книги, читает, но Бог его знает. Он утверждает, да, у меня вот такой веры крепкой нет. Вот, ну, Бог знает. Мы должны довериться Богу. Это свидетельство, оно имеет силу пробивать железобетонные стены. Я просто делюсь опытом. Я говорю то, что испытал. А это подтверждает Священное Писание. И выйдите, и благовествуйте. И даже они благословили. Во времена Диоклетиана был последний, четвертый указ убивать христиан без суда и следствия. Христианин тут же его бей, что у тебя в руках есть. Бить просто как бешеных собак. Но однако нашлись люди, родственники его, которые смело шли, и он дал им особое разрешение, проповедуйте где хотите, и чтобы никто их не трогал, охранную грамоту. Читаешь и даже не верится, как в одном государстве. А вот так Господь делает. Мне говорят баптисты, это потому, что вы им продались, вот нас арестовывают, а вас выпустили. Ну, вот это трафаретное мышление. Бог по-разному делает. В следующий раз возьмут, может быть, и по-другому будет. Но бывает и так. Евангелие от Марка, 6 глава, 12 стих. Апостолы пошли и проповедовали по всем селениям. 16:20. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. А если бы сидели, никакого Господнего содействия нет. Такие простые слова. Не надо ничего писать тут сверхумного, как Григорий Палама о нетварном свете. Все ясно. Вы свет миру идите и... Господь говорит, будут открываться сердца людей. В Деяниях 8 глава 25 стих. Они же засвидетельствовали Слово Господне и обратно пошли той же дорогой. И во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие.
Так с язычниками знать нельзя. Эти преграды Господь устранил жертвой Своею. До этого говорили: Господи, позволь нам огонь свести с неба эти селения, попалить огнем. А теперь с огнем Духа пришли в эти селения и проповедуют Евангелие. Ситуация как резко меняется. Надо доверяться Богу. Сегодня, что бы ни сказал, пытается что-то приукрасить, святым добавить. Святые не нуждаются в нашем приукрашивании. Если Господь повелел идти и проповедовать, это значит во Христе. А кто говорит «запрись и не проповедуй», это анти, против. Это просто антихристов дух только мог этому научить и не идти. Ну, за Христом понятно. А анти – это против. Как это можно было запереть? И заперли это не где-то, а весь Восток. Никому никуда нельзя выходить, никому нельзя нигде говорить. Теперь начинает оправдывать. Нельзя оправдывать. Надо вещи описывать так, как есть. И Бог дает избавление тогда, когда мы в этом признаемся. Вспомните случай падения с Давыдом. Евреи придумали так вот. И фильмы показывают сегодня. Давыд потому Версавию взял, что она пришла, показала у ней раны, над ней Урий Хитиянин издевался, он ее избивал. Вот. А он такой, Давид, добрый, пригладил и пожалел. Ничего этого нет. Это ложь. Почему? Да Давид не оправдывался. Он говорит, согрешил я, больше ничего нет. И Нафан пророк говорит, ты чужую овечку взял, не сказал, что избитую. Это ложь. Давида не надо оправдывать. Он преступник, он уголовник. Но он покаявшийся уголовник и оставшийся святым псалмопевцем. И тем более он оказался хуже язычника, потому что Урий-то хитиянин был. Он не еврей даже был. И представьте положение этого Урия. Он-то ничего не знал за кулисную его борьбу. Поставили на самое опасное место. Он герой, полковник. Он бросился один, и вдруг видит, все отступают. У нас же план был захватить. Он уже прорвался к стенам. И вдруг все отступают. Он ничего не может понять. Это только в вечности откроется. Какие были последние мысли? Что случилось с народом? Я за Израиль сражаюсь, я умираю, меня все бросили. А царь сделал так, говорит, когда в битву пойдете, то отступите от него, чтобы его убили, а я ни при чем. Вот сегодня эта же ситуация. Церкви. Мы на самом опасном участке стоим. Мы идем к сектантам, свидетельствам, коммунистам. Везде говорим, они отступили от нас, наши церковники, наши епископы, они бросили нас. Я вот стал смотреть и вижу, она повторяется. И мало того, они оправдывают сами себя. По-другому нельзя, сейчас и власть хорошая, они с ней лобызаются, целуются. Это вот этот подвиг. Да кого вы нас с Давидом сравните, с падшим Давидом, с нераскаявшимся. С вас нельзя сравнивать с Давидом, но вы хуже Урии Хитиянина. Евангелие от Луки, 9 глава, 6 стих. Они пошли и проходили поселением, всюду проповедуя. Не других мест. Ну как можно это не видеть? Я вот сижу один, руками так взмахну, похожу по комнате, помолюсь, в слезах утону. Господи, да что же это случилось? У нас же лживое христианство. Нам на Русь принесли даже не порченное христианство, а антихристианство. Потому что есть Дух Святой на человеке, Он побуждает идите и благовествуйте. Я для этого пришел, в этом моя миссия. И слово благовествовать в Ветхом Завете встречается только один раз. А в Новом Завете 67 раз. Неужели, и при том это ветхозаветнее пророчество о новозаветнем времени. Идите и благовествуйте. Евангелие от Луки 4 глава 43 стих. Господь говорит, и другим городам я должен благовествовать, ибо на то я послан. Что? А что, за меня никто не читал эти слова разве? Он послан с неба для того, чтобы благовествовать. Прямым текстом написано, не надо ни выдумать, икона чудотворная, мы в присутствии иконы. Уберите иконы, призовите Христа. Икона вам ни разу, ни одна икона не сказала, идите благовествуйте, ни одна. Тысячи чудотворных икон, и ни одна икона не проглаголовала. Люди, выполните миссию Христа. Икона Христа, ну живой-то он должен быть похож на икону, или икона на живого. И он говорит, для того я послан. Что тут непонятно? Я послан благовестить, потому что вера от слышания. Он мог бы сегодня всех сделать роботом, и все пришли бы в церковь и стали кланяться, как болвашки. Но ему надо ж в уши проникнуть, первую меру муки сквасить, чтобы люди уверовали благодатным Духом Святым, пропустили для сердца. И далее все это выполнение, исполненное силой Духа Святого. В первом послании Петра 1:12.
Апостол Петр говорит, вы уверовали от благодати Духа Святого, которым вам было проповедано. Петр это прекрасно понял. Евангелие Луки 4:43 об этом говорит. 1 Коринфянам 10:16. Апостол Павел говорит так. Христос мне встретился, просил меня, а потом послал меня благовествовать о Господе язычникам и послал меня не крестить. И он оправдывался. Я крестил, говорит, дом Стефана. А кого еще крестил, я даже и не знаю. То есть крещение вообще как будто он и не знал, что надо крестить. А сегодня крестить, крестить, крестить целый день. А у вас со скольки сегодня крещение идет? Это антихристианство. А проповедь где? Итак, апостола Павла послал Господь благовестить о нас. Если мы это только прочитали и ничего для себя не взяли, не услышали ангела, который вывел нас из темницы греховных заблуждений, даровал нам святую православную веру, я имею в виду православие, которое было в апостолах, они правильно понимали о Троице, то мы недостойны называться именами, которые носили апостолы, а то и носит Петр кого-то звать, Павел. Мы носим-то имена всех святых людей, ни Тартарина, ни Карина. И надо соответствовать этому. И главное поручение Христова – это слушать, исполнять и благовествовать другим. Аминь.